Всем доброго времени суток. Я приветствую вас на канале Око Таро. Меня зовут Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию Таро прогноз на неделю с 15 по 21 июня, включительно для знака зодиака Весы. Уважаемые Весы, напоминаю, что гадание имеет общий характер. Оно подойдет и для мужчин, и для женщин, и для тех, кто в паре, и для тех, кто одинок. Надеюсь, что каждый из вас для себя найдет важные советы и подсказки, досмотрев это видео до конца. Но не забывайте о том, что расклад общий, он не заменит индивидуального расклада. Индивидуальный расклад делается под вас и для вас. Но даже по общему раскладу мы сможем рассмотреть общие характеристики этой недели. Все, что требуется от вас, это максимальное спокойствие. Только в спокойном состоянии любую информацию вы сможете проанализировать верно. Сейчас по традиции вы можете загадать картам один вопрос желания. Думая о своем вопросе, обязательно устанавливайте временной срок для того, чтобы вы понимали, в какой период времени для вас ваше желание проиграется или нет. Карта, оставшаяся на дне колоды, и будет являться ответом на ваш вопрос, но запаситесь терпением. Также напоминаю, что этот таро-прогноз вы можете смотреть как по своему основному знаку гороскопа и также по асценденту для тех, кто свой асцендент знает. И другое верно, что с вами больше резонирует в этом периоде, то и ваше. Колода готова, и мы с вами продолжаем. Уважаемые Весы, все карты вашего расклада перед вами, и я приступаю к его чтению. Возможно, я буду брать дополнительную, чтобы что-то рассмотреть более детально и глубоко. Ваш расклад начинается с карты Королевы Чаш. И эта карта может предполагать то, что большое влияние на вашу жизнь может иметь какая-то светленькая женщина. Либо вы думаете об этой женщине, либо вам предстоят с ней встречи, разговоры. Скорее всего, это либо ваша родственница, либо подруга, знакомая, которая вхожа в ваш дом. Возможно, в чем-то вы надеетесь на эту даму. Но для женщин Весов эта карта может показывать лично ваши характеристики в этом периоде. Ваше желание быть красивой, ваше желание отдыха. Вам хочется праздника жизни, вам хочется развиваться творчески. Вы показаны как женщина с большим любящим сердцем, с большой душой, и вы очень многим готовы помочь. И если говорить о мужчинах, то вы, возможно, также думаете о такой даме, которую я описала. Также для женщин эта карта может предполагать то, что кто-то из вас влюблен, и вы мечтаете, и вы летаете. Для мужчин эта карта также может говорить о том, что вами интересуется какая-то женщина, либо вы в кого-то влюблены. Если говорить о вашем общем запасе энергии для женщин, он великолепный, сколько бы ни было вам лет. Для мужчин эту энергию дает вам женщина, и благодаря женщине вы наполняетесь эмоциями. Давайте посмотрим общий фон событий всей этой недели, что входит в вашу жизнь. Карта старшего аркана Луны говорит о том, что у многих из вас все-таки есть проблемы на сегодняшний день. В большей степени это проблемы, связанные с вашим родом, домом, семьей, с вашим ближайшим окружением. Эта карта в позитиве говорит о вашей огромной интуитивности, о вашей интуиции, о вашей чувствительности и где-то даже ранимости. Вы слишком все пропускаете через свое сердечко. Иногда вы слишком открыты в отношении кого-то, и это делает вас безоружными. Кому-то легко вам навредить и легко вас обидеть. В вашей голове постоянно семейные, родовые проблемы, которые отражаются на всю вашу жизнь. Также эта карта в позитиве предполагает то, что вам нужно прислушиваться к своей интуиции. И если вы чего-то не хотите делать, не стоит идти против самого или самой себя. Ваша интуиция в чем-то вас не подводит. Эта карта предполагает то, что рядом с вами очень много людей двухличных, лицемерных. Рядом с вами много сплетен, каких-то разговоров. Кто-то вас по этой карте в чем-то может использовать. Вы из-за того, что в вашей жизни что-то не получается, начинаете чувствовать в себе неуверенность, дискомфорт.
у вас начинают развиваться фобии и страхи. Но эта карта предупреждает вас о том, что не поддавайтесь вот этим пессимистическим, упадническим настроениям. Давайте посмотрим, что происходит у наших семейных пар. Для вас выпала карта 8 жезлов, карта старшего аркана мага. И карты, в общем-то, для вас на эту неделю очень неплохие. Что-то важное для вашего дома, для семьи развивается в положительной динамике. Вы по карте 8 жезлов показаны как человек-огонь, который не сидит на месте. Вы пытаетесь решить и проблемы дома, и что-то то, что касается социальной жизни. Вы очень активный человек. Многим из вас предстоят дороги, перелеты, переезды. Возможно, с семьей, возможно, вы куда-то направляетесь один или одна, не имеет значения, но эта карта может предполагать дороги. Кто-то пытается развиваться, чему-то учиться, получать какой-то опыт, либо выйти на новых партнеров. Это все то, чем могут быть увлечены ваши мысли. Вы действительно находите людей, которые готовы вас будут в чем-то поддержать. Если это рабочие моменты, у вас есть единомышленники, но и в семейных вопросах тоже вас кто-то поддерживает. Возможно, ваши хорошие друзья или знакомые, те люди, которые видят в вас потенциал, помогают вам что-то развивать. Для каждого эта карта проиграется по-своему. Но многих из вас вот эта карта показывает как людей талантливых и очень активных. Если говорить о вашем партнере или партнерше, он или она себя в этих отношениях чувствует главным, пытается над вами доминировать и превосходствовать. У вашей второй половинки может быть очень много идей, мыслей, которые он или она пытается реализовать, пытаясь объять необъятное, но эта карта говорит о том, что рядом с вами человек не менее активный, чем вы, который также пытается что-то поменять в вашей совместной жизни благодаря каким-то новым проектам, но здесь прослеживается излишнее желание вами управлять и, возможно, даже то, что ваш партнер пытается вам навязывать свои мысли. Ваш партнер постоянно нуждается в том, чтобы вы его или ее поддерживали, хвалили, возносили. И тогда он или она чувствует себя вполне комфортно и счастливо. Если вы полностью переключаетесь на свои проблемы, вашему партнеру это может не нравиться. Но для кого-то эти карты говорят о том, что вы вместе объединены общей идеей, общей мечтой, которую хотите реализовать во что бы то ни стало. Притом оба. И вы обои ищете пути разрешения чего-то для вас важного. Вы оба хотите обновлений в доме, в семье, но и в ваших отношениях. В вашей паре 100% есть любовь, есть чувства и также есть сексуальный огонь. Если вы готовы принимать своего партнера или партнершу таким, каким он или она является, то вы будете вместе. Ваши отношения в любом случае развиваются. Очень многое из задуманного в этом периоде вы сможете реализовать. Что ждет наших одиноких весов в этом периоде? Карта старшего аркана Верховной Жрицы, двойки жезлов и также тройки жезлов говорят о том, что эта неделя для вас будет очень и очень активная. Не минуты покоя, все время какая-то суета, желание развиваться, желание расти. Если смотрят меня женщины, весы, эта карта показывает вас собственной персоной, как императрицу, как хозяйку своей жизни, как женщину, которой восхищаются многие, не только мужчины, но и женщины. Но на сегодняшний день в чем-то для вас важном вам требуется помощь. При этом рядом с вами может быть еще кто-то для вас близкий, человек, который рассчитывает именно на вашу поддержку и именно на то, что вы его или ее в чем-то поддержите. Также и троечка жезлов говорит о том, что есть какие-то волнения. Эти карты могут предполагать то, что для тех, у кого есть отношения романтические, вы находитесь либо на расстоянии, либо общаетесь посредством интернета. Расстояние может быть основной преградой, и вы обои пытаетесь преодолеть это расстояние. Карта троечки жезлов говорит о том, что ваши отношения 100% будут развиваться. Если вы женщина, ваш мужчина вами восхищается, терять он вас не собирается и будет делать все для того, чтобы ваши отношения
продолжались. Но для кого-то эти карты могут говорить о том, что с вами кто-то пытается конкурировать, потому что тройка жезлов может говорить о том, что в отношениях есть кто-то третий. Либо вы имеете дело с несвободным человеком. Возможно, кому-то нравится женщина, которая в браке. Если говорить о женщинах, несмотря на то, что есть какие-то проблемы, вы делаете все от вас зависящее и даже больше для того, чтобы что-то разрешить. Умение работать в команде, умение договариваться с другими людьми, ваша социальная активность – это все то, что вам помогает и в работе, и в личной жизни. Вы 100% не будете одиноки, вами очень многие интересуются и вами восхищаются, но кто-то из вас стоит перед выбором в партнерстве, и именно поэтому стоит знак вопроса – кого выбрать, с кем быть? Для каждого эти карты проиграются по-своему, но они говорят о том, что у вас есть потенциал к развитию. Давайте посмотрим на основные события этой недели. Это все то, что находится в центре вашего расклада, в сердцевине. И эта карта укажет на основные события в вашей жизни в общем и также основные моменты, связанные с вашей работой. Для многих из вас эти карты предполагают отдых, либо какой-то праздник, который намечается в вашем доме, либо в вашей семье. Может быть, вас куда-то приглашают, но по этой карте у вас четкое желание отдохнуть от всех проблем. И, возможно, даже кто-то берет паузу в работе для того, чтобы отдохнуть, больше времени провести со своими родными и близкими. И если говорить о рабочих моментах, многое в вашей работе начинает стабилизироваться. Не исключу, что у кого-то по этой карте может быть семейный бизнес, либо вам кто-то помогает, либо поддерживает вас из вашей родни. Либо это те люди, которые вхожи в ваш дом, с которыми вы сотрудничаете. Несмотря на то, что есть очень много волнений в этом периоде, будут и какие-то положительные эмоции, которые 100% вас порадуют. Эта карта говорит о том, что вы отдыхаете, но это как заслуженный отдых после тяжелых трудов. Для тех, кто работает, эта карта также может предполагать то, что в вашей работе есть те люди, которые вас готовы поддерживать, хотя еще до недавнего времени и даже в периоде этой недели вы осознаете, что многие вами пытаются командовать, манипулировать, а вам хочется самостоятельности. Для тех, кто ищет работу, в этом периоде работу найти вы можете, и, скорее всего, вам кто-то поможет либо из ваших родственников, либо из ваших друзей. Что происходит с вашими финансами? На финансы выпала карта тройки чаш. И эта карта говорит о том, что чему-то вы будете радоваться. Деньги к вам непременно должны поступать. И в большей степени эти деньги тратятся на отдых, на какие-то удовольствия, на встречи, на расслабление. И это не так уж плохо. Вам действительно нужно набраться сил, успокоиться, отдохнуть, потому что карта старшего аркана Луны говорит о том, что у вас в последнее время было очень много душевных переживаний, которые есть еще и в дне сегодняшнем. Для тех, кто не работает вообще, эта карта предполагает то, что кто-то из вашей родни вас 100% поддержит, и вы без денег не будете. Желание потратить деньги на отдых и на свои удовольствия. Что происходит во внешнем мире? Здесь мы рассматриваем любого рода контакты и коммуникации. Карта счастливой обезьянки – это карта Джокера в колоде. И она говорит о том, что многие из вас найдут нужных партнеров, нужные знакомства, нужные связи. Это все то, что поможет вам разрешить что-то для вас важное. Сама по себе эта карта может говорить также о новых знакомствах, о встречах с друзьями, о празднике для тела и для души. Чему-то вы радуетесь, я вижу полноту эмоций и счастья в моменте, здесь и сейчас. Возможно, вам по этой карте кто-то неожиданно подарит подарочек, либо сама судьба готовит вам какие-то подарки. Давайте посмотрим на неожиданности этой недели. Они могут быть как позитивными, так и негативными. 9 жезлов. Туз мечей и туз жезлов. Карты непростые. Они говорят о том, что какие-то старые проблемы не дают вам покоя. Никак вы что-то не можете закрыть и до конца разрешить. Рядом с вами есть какие-то навязчивые люди, особы, которые
пытаются пронюхать, узнать, что происходит в вашей жизни, как идут ваши дела. Может быть, за счет вас кто-то пытается разрешить свои вопросы. Многих из вас действительно ждут дороги. Эта карта также дорог, путешествий. Куда-то вы направляетесь не один или не одна, но есть те люди, с которыми вы не хотели бы ехать в какую-то дорогу, но кто-то может напрашиваться. Я вижу, что вы отбиваетесь и пытаетесь сделать все так, чтобы было по-вашему. У многих из вас действительно какие-то новые начинания, новые проекты и, возможно, не одно дело, не один проект, который вы будете совмещать. Пока какое-то новое начинание в больших трудностях. Но преодолев препятствия, вы добьетесь победы и успеха. Карта Туза Жезлов предполагает то, что сами высшие силы вас будут поддерживать. Постарайтесь кого-то увлечь своими идеями. Проявляйте больше инициативы, больше напора, больше действия. Очень многое зависит от вас. От вашей деловой хватки, от вашего ума, от вашего интеллекта. По тузу мечей, и для вас нет абсолютно ничего невозможного. Даже какие-то старые проблемы, благодаря новым проектам, вы сможете впоследствии разрешить. Карты очень неплохие. Но эти карты также говорят о том, что рядом с вами есть какая-то интрига, лукавство. Это могут быть как ваши собственные интриги, но и также интриги со стороны других людей. Чем для вас завершится эта неделя? Мы видим троечку мечей. Эта карта говорит о том, что вас могут ждать какие-то разочарования, связанные с людьми близкими, с делами сердечными. Эта карта может предполагать конфликты, выяснение отношений, ревность и то, что действительно у кого-то в парах есть третьи лица. Конечно, не для всех эта карта проиграется таким образом, но она говорит о том, что вы из-за чего-то очень сильно страдаете. Это эмоциональные бури в вашей душе и в вашей голове, и вам действительно нужен отдых, вам действительно нужна перезагрузка, что-то вы слишком пропускаете через свою душу. Давайте посмотрим карту основного совета для вас на этот период. И на основной совет мы видим карту старшего аркана дьявола. Эта карта предполагает то, что даже когда вам страшно, тяжело, больно, вы внешнему миру не должны показывать свой страх и свою неуверенность. Действуйте решительно, где-то даже нагло, напористо. Играйте, лукавьте, если это то, что принесет вам успех. Эта карта вас показывает как людей очень талантливых, обладающих даром красноречия и убеждения. Пользуйтесь тем, чем наделила вас природа. Но помните о том, что рядом с вами очень много людей, которые вас еще пытаются ввести в зависимость либо в какие-то заблуждения. Так же, как совет, эта карта может говорить о том, что для достижения желаемого все средства хороши. Так как в вашем раскладе выпало две карты старших арканов, это карта старшего аркана Луны и старшего аркана Дьявола, они могут говорить о том, что в жизни кого-то из вас присутствует магия. Либо вы сами с помощью магии пытаетесь что-то разрешить в своей жизни, либо кто-то на вас может оказывать магическое давление. И таким образом посредством магии управлять вами, либо контролировать вашу жизнь. Но для того, чтобы это понять, конечно, нужна личная диагностика, для того, чтобы увидеть, что происходит лично в вашей жизни. Кому-то, как на совет, эта карта может говорить о том, что вам стоит прибегнуть к помощи магии, и не исключено, что это будет темная магия. Давайте посмотрим ответ на ваш вопрос, да или нет, и мы видим карту Королевы Пентаклей. Это уверенное «да» и для мужчин, и для женщин, но эта карта предполагает то, что большое влияние на ваш вопрос может иметь женщина, либо которая заинтересована материально в вашем вопросе, либо готова помочь вам финансами, если вы в них нуждаетесь. Если меня смотрят женщины-весы, эта карта показывает вашу практичность, ваш ум, вашу последовательность, умение планировать свои финансы – это все то, что будет вам помогать. Но, возможно, для кого-то эта карта может указывать на женщину земной стихии. Это может быть телец, дева, либо козерог по гороскопу, та дама, с которой вы будете
иметь общение по поводу своего вопроса. Для кого-то это может быть рыжеволосая, очень яркая и очень харизматичная женщина. Давайте также возьмем еще несколько дополнительных карт из оракульной системы. Что еще вам нужно знать в этом периоде? Карты для вас выпали очень интересные. Они предполагают то, что в вашей жизни есть какой-то очень мощный, авторитарный человек. Для кого-то это человек при погонах, пользующийся своей властью, тот человек, который вас в чем-то использует. Но также эта карта предполагает магию. Карта Лилит говорит о том, что если смотрят меня женщины, вы сами можете применить магию в отношении кого-то. Очень многое в вашей жизни зависит именно от вас самих. Вы прекрасны, вы сексуальны, вы женственны. Пользуйтесь своими женскими качествами и своей красотой. Но следующая карта говорит о том, что пока во многом что-то для вас закрыто, в чем-то остается неясность. Сама Вселенная пытается вас от чего-то уберечь, либо защитить. Но эта карта также может предполагать магическое влияние на вас. И в вашем раскладе выпало уже 4 карты, связанных с магией. Поэтому стоит задуматься, и многим я посоветовала бы сделать диагностику личного характера. На результат для вас выпадает карта, которая предвещает поездки, дороги, передвижения, возможно, дальние дороги за границу. Возможно, с помощью дорог вы пытаетесь разрешить что-то для вас важное. Если смотрят меня мужчины, эти карты могут предупреждать вас о том, что какая-то женщина пытается оказать на вас магическое влияние, приворожить вас, привязать для того, чтобы пользоваться вами. Вот такая вот интересная информация идет по дополнительным картам. Уважаемые весы, таким был для вас расклад на этот период. Всем удачи! Я думаю, что многим из вас есть о чем подумать. Для тех, с кем этот расклад не срезонировал, возможно, он просто не ваш, а подходит для другой категории весов. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не успел подписаться. Нажимайте пальчиком на колокольчик для того, чтобы не пропустить следующее видео. А я не прощаюсь с вами. Я говорю вам до новых встреч.